Приветствую своих подписчиков. Сегодня мы опять копаем. Но это же приятно, правильно? Когда есть время, возможность, машина, деньги, бензина. Ну, сегодня я побуду оператором у комарада. Он что-то нашел, что-то у него там звенит. Всякое. Ну, ты не матюкайся, это же в YouTube. А у меня вот веселящие напитки. Ты же, видишь, открывали уже. Ну и что? Идешь все равно. Я, кстати, вот тут весь хлам нашел тоже вскрытом. Там посреди лежит бочка, ее вывернули, блин. Саня. Саня, мокрый, как мыша, блин. Ты же это самое? Оно? Ну, я не знаю, что это. Во-первых, для чего? Для начала скажи, ты о чем? Дай. Ну, блин. Война, не война. Ну, пахнет как-то, слышишь? Это пиво открыл. Возьми, скрути ради интереса, в карман положи, там уже разберемся. Мне просто пахнет как-то. Один товарищ попросил. Да, наверное, слышишь? Тех времен, наверное. Хотя... Все может быть. Так, куда пиво поставишь, чтобы не разлить? Достать сигарету. О! Комарад прибарахлился. Патрончики немеческие. Пистолета пулемета. Эть! Ой, какие красавцы! Обалдеть! В пачках. Даже надписи еще сохранились. Офигенно. Красота. Но, к сожалению, придется эту красоту выбросить. Вот такая вот штучка торчит из земли. Но я так думаю, что это пепельница. Сейчас посмотрим. Так. Здесь да. О. Думал, пепельница, обломался. Какая-то штука интересная, но не знаю от чего. Сейчас вот один уголок чуть-чуть прошурфил. Сигналов нет, тишина. Стекляшки, пуговички. А, плащ немецкий. Сдохший вылез дождевик. Такой с колечками. С колечками, вся фигня. Ну, сейчас начинаем дальше. Поиск. Вот такой шикарный вид открывается. Сопок, по которым я хожу. Да. Ветерок. Не сказать, что холодный, но все равно такой неприятный. Пронизывает чуть-чуть. Вот такая вот природа у нас на севере. Дорогу старую видно. Ладно, где-то тут были позиции. Надо искать. Комарады били эту палатку. Тут он все покопано. Но что-то как-то опять же невнимательно. Не шибко находка, но все равно приятно. Окопное творчество. Вот видно листочек выбитый и узорчики какие-то на куске, не знаю, жестянка, алюминька, нет, не алюминька, медяшка. Вот такой красивый листочек. Сигналов не было. Ну, решил так уголок чуть, блин, даже, точнее, палаточки приподнять. Вот, бутылочка,
Будем надеяться, что целая. Сейчас копну, посмотрю. Вот такой грустный облом. Бутылки без надписей. Жалко. Целых причем две, блин, вылезло. Дальше поднимать будем. Там он комарат что-то там хрустит, деревьями деревья ломает. У меня сигналы пошли. Остатки ленты пулеметной. Дохленькая, жалко. Эти, как их, вешалки. А, вот на такой глубине оказалась какая-то коробочка. Не знаю, что за коробочка. Сейчас будем откапывать, будем смотреть. Оставайтесь со мной. Вместе глянем, что это. На безрыбье и рак рыба. Хлорница. 42-й год. Ну, хоть что-то, и то хорошо. Комарат бодрит помойку. Вот в помойке вот такой вот ножичек нарисовался. В ножнах был, ножны стухли. Ну, а сам, в принципе, крепкий. Да. Вот он. Скапывает до сих пор ее. Как огород, блин. Только, блин, не как огород в один штык, а в три штыка глубиной, блин. С надеждой еще один найти, да? Вот такие вот дела. Вот и кончился сегодняшний выезд. У кого-то он был удачный, у кого-то не очень. Это я про себя. Так что смотрите канал. Всем пока.